Мы будем пробовать еду русских блогеров. Это просто шок. Душа бургера. Меня не возбуждает. Ну да, у нас нет цели засрать. Мало газов. Мало газов. Сейчас мне вообще не нравится. У тебя как будто бумага размягшая во рту. Ты проглотила, а не вырвала. Да. Как будто кошка высралась, честно. Фу, это реально клоун кола. Прикольно, это креативно. Ты когда-нибудь пробовал продукты шурму? Я реально чувствую себя пьяной. Пить можно. Ты бы пошла к Басте? У тебя столько денег, что я тебе завидую. Слишком too much лук не в ту сторону. Очень вкусно. Короче, мне кажется, у них один завод. Но это даже не съесть, когда очень хочешь. Да, съесть. Они прям хреновые. Ну, мистер Бист, молодец. Тебе сразу рвотный рефлекс. Пахнет жарено. Всем привет, ребята, и вы на канале Чана Чандерленд. И сегодня мы с Ива Миллер. Всем привет, ребята. Что мы будем делать? Мы будем пробовать еду русских блогеров. Это очень интересно, я никогда ничего такого не пробовала. Честно, я американский так не пробовала. Да, но вы понимаете, как бы тут американка приехала в Россию. Американка. Что нужно первое сделать? Попробовать пиццу Влада А4. Я думаю, это очень важно. Самое важное. Что мы вообще имеем? У нас вот здесь вот ребрышки из Frank by Buster. Это я слышала очень много хорошего про это, про это место, в принципе. Далее, у нас тут энергетик от Литвина. Литвина? Да. Я видела, он что-то скидывал энергетики на машину. Это что-то, или наоборот, да, на машину энергетики. Да, ты видела, что такое давно было? Ну, это в его стиле. Я так и не поняла, что там, но было. Тут у нас бургеры от Суба. Это Bubble Tea из ресторана Суба. Я очень не хочу это пробовать. А мы размешаем это? Да, мы это размешаем, okay. Возможно, это визуально так. А ты попробуешь, и, возможно, ты умрешь от наслаждения. Окей, хорошо. Дальше у нас энергетик Изи Писи и чипсы Изи Писи от Насти Ивлеевой. Вот это мне очень хочется попробовать, потому что я знаю, что тут реально это вот то, что люди едят. Как я видела там вот у своих подписчиков и так далее, они реально это покупают. Но я тоже пробовала некоторые вкусы. Это хорошо, на самом деле, это правда. Долгожданная пицца Влада А4. Ну, слушай, упаковка милая. Миленько. Такая, типа, мультяшная. У нас не только пицца, у нас еще клубничные подушечки. Это как в детстве. Подушечки, сухарики, чипсы, начос, кока-кола, фанта и чуть-чуть наггетсов. И это все у Влада А4. Я в шоке. Блин, ну вот лого, типа, вот тут намного лучше, чем вот это. Ну, ты согласна? Mm-hmm. Типа, тут оно такое красивое, а тут просто... А4. Ива привезла нам шоколадку мистер Биста, я ей привезла вафелька и шоколадка там. Это просто шок. Ну то есть, мне кажется, я могу выставить на Авито за 5000 рублей. И это реально купит. Ну прикинь, ты покупаешь такую маленькую фигню за 5000 рублей. Блин, если бы я знала, что для всех это так, типа, прикольно, я бы побольше разного. Конечно, это же мистер Бист. Ну я не знала, я там это ни разу не пробовала. Там живу, я ни разу в жизни это не пробовала. Реально? У него есть там бургеры. Вот это ты тоже не пробовала. Нет, у него есть там бургеры, доставка. Там у Дэвида Добрика пицца. Я ни разу не пробовала, потому что, ну, я ем там In-N-Out. Мне, типа, посрать на эти все доставки, я ем другое. Кстати, напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы мы с Евой попробовали все американские... Все блогерские американские... Всю еду американских блогеров. Короче, господи. Вы поняли. Да, пишите в комментариях. Ну что, ты готова? Я хочу начать с бургеров, потому что это бургер. Ты голодная? Да, я очень голодная. Я боюсь, что я настолько голодная, что все, что я сейчас съем, мне будет казаться это безумно вкусно. Ну смотри, я буду честным судителем. Знаешь что? Шик-шак. Да, это ебучий шик-шак. Просто вот так вот выглядит упаковка шик-шака. И вот так вот выглядит упаковка соул-бургера. Соул. Душа бургера. Это мини-бургер, мини-чизбургер такой. На самом Давай деле выглядит обычно. Ну так сплющен, но дорога все-таки помотала. Да. Cheers. Ну вообще нормально. Нормально. На самом деле чизбургер сложно испортить. Факт. Извините, но тут нет помидоров. Это странно. Ну тут видишь, огурцы, какой-то кичинес, сыр. Кичинес? Кичинес. Чего? Okay. Типа 5 из 10. То есть я сейчас очень голодная, но меня не возбуждает. Хотя оно должно. По внешнему виду вообще, ну, трэш. Если бы я заказала, мне такое пришло, я бы заказала другую еду. Реально? Да, оно же выглядит ужас. Ну, именно вот это, ну, вот это. Хотя обычно. Да, оно должно быть хотя бы не такое, как подушка. Может, я очень голодная, но выглядит обычно. Это выглядит, как будто кто-то случайно сделал на нее, если честно.
Я тебе говорю. Это картошечка с какой-то сырной присыпкой. Сметана и сырная присыпка. Окей, давай. Картошка, она и картошка. Да, это на вкус как реально обычная картошка. Вообще нормально, очень даже неплохо, когда ты голодный. Мне кажется, в рестике было бы намного лучше. Это соул-картошка, понимаешь? Чё? Душевная картошка. Тоже 5 из 10. А честно, да. Вот знаете, после тусовки, когда ты домой приходишь, что-то ищешь. Вот это зашло бы вообще. Было бы 10 из 10, если бы мы были после тусовки. Надо было снимать после тусовки. Но у Сува есть еще, знаешь что? То, что ты очень хотела попробовать. Стоп, подожди, а давай лед добавим туда. Что оно... А вдруг это должен быть теплый напиток? Кто сказал? Знаешь? Это бабл ти. Но оно же холодный. Фу, мне так не давай хочется. Давай ты первая. А чего? Ну ты же гость. Ладно, давай я. Да попробуй. Я попробовала кофе. Какой ты? Фу. Как оно называется? Горячий шоколад по вкусу, вот что. Такой, знаете, из автомата в каком-нибудь офисе. Есть такое у тебя? Да, это самый мразотный bubble tea, который я пробовала. Я объясню, почему. Потому что вот этот bubble tea, bubble ага. Который должен быть внизу. Тапиоки это называется. Да, тапиоки. А я вот она мне не попалась, потому что я бы вырвала, мне кажется. Пусть попадется. На самом деле, очень вкусно. Иди. Тапиоки очень вкусно. Тапиоки. Тапалку просто. Тапалка зачет. Должно быть, знаете, таким немножко тверденьким такое. Ну, такое. Как, ну, текстурное хоть да. Какое-то. А вот это, оно размягшее. У тебя как будто бумага размягшая во рту. Сколько ставишь ты вот этому? Я 0 из 10. Я поставлю 1, потому что... Ты пригласила, а не вырвала. На вкус сладкое что-то, ну, можно okay. пить. Но на самом деле, реально, если бы ледик тут был... И если бы убрать вот этот тапиоки... Могли бы реанимировать напиток, но ты не захотела, потому что у тебя нет льда. Давай, у нас такой плохой опыт с напитками, давай запьем. Классический. Лей-лей, не жалей. Он прям хорошо так пиарил это. Я видела, что там многие говорили, что пахнет хорошо. Пахнет... Ну, как обычная энергетика, как Red Bull стандартный. Да, ну то есть не пахнет химозой вообще. Давай зеленый цвет, пожалуйста. Что? Неожиданно. Вообще. Неожиданно. Я ожидала какой угодно цвет, но не этот. Это, мне кажется, это что-то клубничное. Понюхай, клубника как будто пахнет. Это стандартный вкус энергетика. Это он всегда такой. Вот классический, это он такой. Что там просто? Вкусно. Очень вкусно. Это как монстр энергетики. Ты пробовала когда-нибудь? По вкусу я ставлю 9, потому что я не уверена, что всю банку я бы осилила, потому что это сладко, а я не особо прям обожаю сладкое, но это вкусно, это реально вкусно. Мне нравится вкус, мне нравится упаковка, потому что она такая красивенькая. Ты готова дальше? Давай, удиви меня. Может попробуем так, чипсы Влада А4? Давай, вот эти крабовые чипсы. Я обожаю крабовые чипсы. Подожди, а ты знаешь, что я же хотела открыть свой бренд чипс? Реально? Она знает. Реально. Короче, у меня уже были готовые эскизы упаковок, вкусы. У меня и менеджеры ездили на фабрики насчет приправ, что? Договаривались. Но просто там была такая хуйня, что очень много чипсов в России, и вся картошка... Она уже была на года, вот эти поставки картошки расписаны на другие фабрики. И у меня не было столько денег, чтобы заказать большие партии. И, короче, мы решили, что это слишком сложно, и забьем. Типа, в следующий раз. Интересно. Да, но они были очень красивые. Это были бы, типа, ями и чипс. А, реально. Да, да, да. Ну, короче, давай я тебе попробую. Ну, ты можешь открыть в Америке? Ну, да, если захочу. Ну, как бы. Что нам сделал Влад бумага? Ну, давай скажем сразу, что упаковка красивая. Да, очень милая упаковка. Оно внутри такое. Посмотрите, какой цвет внутри красивый. Пахнет прям как лейс крабовый. Честно, да. А мне кажется, прикинь, если они засыпают туда все одно и то же. Ива, доставайте. Что, это такое же, хочешь сказать? Тут ярче выражено. Чуть лимознее. Угу. Если у меня были только эти чипсы дома, я бы их съела. Но, если честно, лейс крабовый мне больше нравится. Ну, конечно. Тут какой-то вкус краба. После вкусия, да? Угу. Дешевая. Извините. 6 из 10. Ну да, да. Но вкусно, все равно нормально. Тут реально какой-то очень странный послевкусие краба. Но оно не странное, оно... Другое. Другое, не то, как да. мы привыкли. Ну вот сама картошка вкусная, кстати. Угу. Мне нравится, что она такая кричащая прям. Но у нас вот еще есть сухарики со вкусом малосоленых пришельцев. Прикольно, это креативно. Да, я такое люблю. Слушай, они выглядят как хрустим сухарики. Реально. Она острая.
А что она острая? Это какой-то хрен с огурцами. Она прям остренькая. Она реально острая, это так странно. Знаете что? Они не такие хрустящие, как должны быть, они как будто бы старые. Да, они. Это хлеб, который полежал. Я предлагаю нам запить это. Я думаю, клоун кола. Клоун кола. Это мне, ну, название такое прям подходящее. АСМР. Она как Пепси. Она как Байкал от черноголовки для меня. Ты сейчас сказала, это как будто реально Байкал. Прямо вот этот хвойный, знаете, чуть-чуть вкус. Мало газов. Мало газов, я согласна. Она реально выветрилась. Это реально клоун кола получается. Это можно пить, это реально вкусно. Мне кажется, посмотри, со льдом ты бы не заметила, что она не газированная такая. Ну, нет, заметила бы все равно. Ну, прикинь, ладно. Там лед растает, она я еще пыталась, менее. Я пыталась оправдать. Но я ставлю 7 из 10. Это я ставлю 6. Потому что я не сильная любительница малосольных. А, реально только да. Из-за вкуса? Ну, и из-за старости тоже. Типа был бы там хреновый вкус, но были бы они такие хрустящие, как нормальные чипсы, ну ты бы их съел все равно. Кстати, там же есть чуть-чуть вкус хрена. Ну вот эта острота, это вкус хрена. Подожди, я не поняла. Это жутко. Да. Я сказала хреновый вкус, и ты такая, ну там же есть вкус хрена. Но он реально есть. Че, я бы не дотянулась до такой шутки. Он, кстати, ничего не говорится. В смысле? Про вкус хрена. Если... Но есть же вкус. Да. Вот этот остренький. А если не... у меня аллергия на вкус хрена, на остроту? Да, то это ты умрешь. Это плохо. Дальше мы что у нас? Имеем десерт. Подушечки и... Кранч. Это типа крекеры, что ли? Я вот не знаю. Вот оно нарисовано. Это кранчи со вкусом сметаны и лука. Должно быть вкусно. Я люблю сметану. Ой, они как будто тук, типа, туки. Да. Но оно, конечно, не пахнет, но вообще мы такие... Не, но это я к тому, что они пахнут. Они как туки. Они выглядят как туки, да. Они еще такие тоненькие, смотрите, вообще легкие, типа... Cheers. Сейчас мне вообще не нравится. Они со вкусом протухшей шаурмы. Я тебе отвечаю, ты когда-нибудь пробовал протухшую шаурму? Так вот, только что попробовала. Они очень странные, ребята, они максимально странные. Я вам клянусь, они слишком too much лук не в ту сторону, поняла? Вот такой лук, когда после ножа, которым ты резал лук, ты порезал яблоко, ты откусила вот такой вкус лука. Да, вот оно вот так ощущается. Это ноль. Прости, Влад, но это ноль. Вот кранчи. Давай, короче, запьем это все, потому что фанты... монстры. Нам нужно срочно перебить вкус этот. Оно пахнет реально, ну, как фанта. Но мне кажется, фанту сложно испортить. Вот это. Да. Потому что оно, ну, все равно апельсиновый напиток газированный, он везде апельсиновый газированный напиток. Я реально чувствую себя пьяной. Я тоже не понимаю, почему. Но я, конечно, выпила коктейль, но он уже выветрился. Ну, а да. Я ничего не пила. Ну, кстати, вкусно. Вкусно. Мне нравится, это не фанта на вкус вообще, но это как будто газированный апельсиновый сок. Да, оно по вкусу апельсиновый сок прям. Прям очень апельсиновый. Прям да. Как будто бы настоящий апельсиновый, да? По да. Вкусу так, не химозно. Сахара много прям на самом деле. Очень сладко прям, чересчур даже. Но опять-таки вот это, если со льдом сделать, вот это будет вкусно. Кстати, оно газированное, нормально газированное. Ну вот это, я думаю, хорошо мешать там с водкой. Оставь. Давай, закрой. Это мы храним. Не, ну я, конечно же, шучу. Ну да, потому что деле... водку нужно пить чистым. Спокойно восьмерку. Я тоже хотела сказать восьмерку вообще. Давай попробуем взять подушечки. Готова попробовать подушечки? Давай. Честно, я помню, что в детстве я когда-то попробовала что-то вот такое. Знаешь, хлопья были такие. Угу. Когда ты раскусываешь, а внутри вот этот шоколад. Я бы меня блеванула. И я очень не люблю такого. В Америке очень много, кстати, вот такого. Да, именно хлопья, я слышала. Они вот там вот с этим peanut butter, который... арахисовая паста. Ну, я ненавижу ее, и это ужасно. Но если ты ее любишь, то... Ну, она пахнет так химозно уже. У тебя остались крошки на носу еще больше. Это хайлайтер. Да, пахнет очень. Пахнет как ашка. Откуда ты знаешь, как она пахнет? Кто-то рядом курил. Может, это с молоком надо есть? Просто они очень сухие. Я думала, внутри они будут немножко начинка, но такая, как крем больше, поняла? Если честно, я немного разочарована продукцией Влада А4, но я понимаю, что это не он стоял и не он это создавал, и не готовил, и не лепил, да. Но, Влад, у тебя столько денег! Не знаю, правда. У тебя
столько денег, что я тебе завидую. Это все, что я хотела сказать. Но на самом деле, реально, ну, как будто можно было бы потом вложить чуть-чуть побольше. Ну, слушай, может быть, может наоборот, быть, чем больше мы скажем тут своего реального, настоящего, трушного мнения, может быть, он реально, ну, смотрит, ну, как блогеры обозревают, еще что-то, и реально может что-то поменять. Ну да, у нас нет цели засрать, мы просто, ну, оно реально сухое. Там, правда, написано сухие, то есть не... Ну да. На зубах застряло все за секунду. Это может быть он не причастен ко всему этому. Да, я согласна. Вот к этому я думаю, что он приложил свою руку. Потому что это уже, это как ресторан, кафе, пиццерия. Это а пиццерия. Типа топо? Да, просто сухие сушки какие-то. Оно? Оно. А тепленькое только привезли? Да. Я люблю халапеньо. А, эта пицца называлась ядер... Ты на острое, да пи***й. Обжигающая лава. Дотроньте? А, нет. А можно что-то попить, Дань? Но эта штука называется обжигающая лава. Пицца как пицца. Она острая, вкусная пицца. Это пепперони, если так подумать, да? Это, конечно, обжигающая лава. А не кинь другой вкус. Угу. Как ты? Много. Ну реально? Но когда мы заказывали, там была только обжигающая лава. Я бы это ела. Хорошая, хорошая, острая, хорошая, конечно. Хорошая, остренькая, да. На любителя острая, но это на этом не оцениваем. Любители острые, да. Чё ты? Ты не видишь, когда за тобой повторяю слова? Так. Картошечка фри. Соус сырный, соус кисло-сладкий. Отличное сочетание. В Америке, оказывается, нет сырного соуса. Да. Это шок. Я там всегда, если ем Макдональдс, я беру соус кисло-сладкий, медовая горчица. Она такая сладенькая. Ну, на самом деле, картошка обычная, просто она уже немножко, да, полежала здесь. Поэтому мы не будем осуждать ее за это. Как будто кошка высралась, честно. Так выглядит. На пиццу я поставлю 8. Она реально съедобная. Она вкусная. Ну а картошка острая. Вывезла из-за соуса, потому что, ну, типа, ты ее макаешь. Да, но я уверена, что если вот только-только вот взять эту картошку, купить ее, думала, она будет вкусной очень. А ты любишь корейские вот эти лапши? Бульдак? Да. Нет, я не могу, я не добавляю. Я один раз снимала ТикТок, где ела эти все, пробовала, особенно черную, но я хуй. У меня, мне кажется, был ожог, обжег желудка. На видео еще раз готова попробовать? Ну, только если с тобой. Ну да. Ребят, пишите в комментариях, стоит ли нам мучить Еву. Я острая люблю, знаешь, когда суши там типа спайси туна или спайси салмон. Типа вот это вкусно. А, но она же не острая. Ну, такое чуть-чуть, да. Печеное. Просто печет чуть-чуть, я так всегда. Ну что, ребрышки от Frank by Basta? Давай. Я, кстати, ребрышки пробовала один раз в своей жизни. Вот с Осином недавно только он мне дал попробовать, потому что я ему сказала, что ни разу не пробовала. Ого, здесь... Пахнет жареным. Вау, ну вот это, ребят, подача. И батат. Батат я обожаю. Это соус для батата. Да? Давай с батата быстренько так начнем, он так маленький метод. Ну, конечно. Пахнет вкусно. Очень вкусно. Учитывая, что эта картошка тоже полежала, но вкус она вкусная. Очень вкусная. Но батат я ставлю 10. Я согласна. Ну что, давай попробуем вот это. Давай. Что, брать так вот прям? Да. Такой шашлычный привкус. Очень вкусно. Очень вкусно. Но я не понимаю, что это за вкус. Вообще без понятия. Мне кажется, это кисло-сладкий. Вкусно. Прям реально вкусно. Давай другое. Нет, это что-то другое. Это прям очень вкусно. Меньше понравилось, чем то. То прям сладенькое такое соус. Да. Кисло-сладкий соус. Там, скорее всего, кисло-сладкий. А вот этот, наверное, барбекю. Прям вкусно, да. Вообще вкусно. Но это 10 из 10 определенно. Да. Пока что Басту выиграет, если честно. Да, еще бы. Ты бы пошла к Басте на вот это шоу его? А что там делают? Ты приходишь, и там сидят подписчики и задают тебе вопросы. И ты должна честно на них ответить. Типа, если ты на них честно отвечаешь, и твои подписчики не усомнились в твоей правоте, то счет закрывает всего ресторана Баста. Это да. Все подписчики, они все сидят и едят, короче. Да. А если ты... То ты закрываешь счет всего листика. И голосуют они, подписчики. Голосуют подписчики. Вау! Баста. Блин, это прикольно. Да, это могут быть вообще рандомные. Это люди. Очень интересно, наверное, да? Да, очень классный шоу. И там типа вопросы из серии. Там жесткие вопросы. Типа да. Что? Вот расскажите, каково вам живется с такой невыдающейся и некрасивой внешностью? Ну, типа такого, да. Это очень жестко. Ну ты что, пробуем? Да. Если честно, я абсолютно не отличаю вкус. Ну, оно сверху вот это вот. Ну, вот они этим... чуть-чуть просто дополняют вот этот цитрус. Ну да, но вот цитрус мне меньше всего. Ну, они как будто все одинаковые. Мне понравилось самое первое, кисло-сладкий. Вообще. Он был просто... Самый простой, но самый вкусный. Уже такое состояние, когда ты наелся и хочешь спать. Это не все, потому что мы еще попробуем. Самое сейчас. Интересное, если честно, впереди для меня. Вот и это я ждала. Да. Ну, зная, как Ева любит чипсы, я думаю, что это правда.
Итак, у нас есть сырный вкус. Трэш. Это майонеза бразильеро, холодец а-ля хрен, кетчуп драйв и шаурма. Вау. Давайте закроешь глаза. Давай. Можно? Да. Давай. Шаурма. У них одинаковая упаковка. Вот они 100% на одном заводе, потому что, знаешь, у них даже вот этот вот дизайн, ну вот, оно выглядит все одинаково. Короче, мне кажется, у них один завод. Походу, да. Блин, это так, наверное, обидно. Ну, да. То есть это, скорее всего, совпадение просто. Я не думаю. Потому что мне кажется, что просто они сделали на одинаковом заводе, и в этом нет ничего такого, потому что их тут немного в Москве. Не, я имею в виду, что это совпадение, что они сделали на одном заводе. А, ну да, да. Я говорю, дизайн похож, я это тоже сказала. Так, может быть, один человек пришел и к Ивлеевой, и к Владе, и такой. Или один дизайнер. Слишком много совпадений. Слушай, ну давай. Пробуем. Шаурма. Очень сложно понять вкус, потому что он очень безвкусный. Они похожи на беконовые лейс, но только они типа на 50% меньше вкуса. Ну, то есть как будто они должны быть ярче по вкусу. Сейчас я боюсь. А вообще не похожи на шаурму. Похожи на бекон какой-то. Я даже не понимаю, на что это похоже, если честно. Мясное что-то. Пятерка, если честно. Да, честно, ниже, я бы сказала. Да, сколько? Ну, четверка. Ну, вкуса даже нет. Но это даже не съесть, когда очень хочешь есть. Да, типа, это невкусно. Но я предлагаю запить это все энергетиком изи-пизи. Манго, апельсин, вкус. Не люблю манговое что-то. Потому что, помните, когда был Джул, я всегда курила Джул со вкусом манго, и теперь я не выношу вообще манго. Я могу только фрукт есть манговый. Манговый фрукт. Я люблю манговый вкус, но именно некоторые еда, которая со вкусом манго, она слишком химозная, потому что, ну, типа, это очень экзотический вкус, типа, сложный. Да, вот это очень химозное. Ой, ну цвет, кстати, красивый, такой пастельный прям. Ну, ой, оно прям очень газированное. Прям ну, очень манго. Оно знаешь, на что похоже? Фьюсти, который манго-ромашка. Ты пробовала его? Да, я обожаю, если честно, его. Ты же не любишь манго. Но фьюсти, манго-ромашку люблю. Ну вот, это похоже холодное для меня на это. Не знаю, я не понимаю, что это, потому что оно вроде и сладкое, но почему-то это отдает кислинкой, и оно очень газированное. Сочетание манго и апельсина, это, в принципе, странное. Как-то очень странно. Странное. Но это пить можно. Это кстати, хорошо. Это пить. Хорошо. Это семерка. Это твердая, спокойная семерка. Я думала, что это огурец. Я тоже. Вообще нормально. Вообще не пахнет майонезом. Ой, я тоже боюсь. Они еще рифленые. Мне вкусно. Мне тоже. Но это не майонез. Это сметана и лук. Да, да. Ну ты вообще не вкус майонеза, если что. Оно очень вкусное. Оно очень вкусное. Очень вкусное. Это очень вкусное. Для меня это на 9 вкусно. Я бы поставила десятку. Я бы их ела прям. Я бы даже покупала их. Но это твердая десятка. Мне, ну ладно, да. Мне понравилось. Вкус кетчупа. Я обожаю читос с кетчупом. Да. Они очень, я их недавно ела. Но они извините, очень вкусные. Читос с кетчупом и вот это, я думаю, это вообще разные вещи абсолютно. Но я ни разу их не пробовала. Там внутренности тоже такие красненькие. Да, смотрите. Очень красивый, если честно, цвет. Да. Ну, в принципе, цвет этого года красный, желтый и розовый. Что? Нет. Ой. Вообще-то сейчас год дракона, зеленого древесного дракона. И зеленый тоже цвет. Золотой, по-моему, тоже. И золотой. Не, ну красный цвет реально сейчас очень модный. Это прикольно. Просто попробуем кетчуп. Давай. Просто наши диалоги туда. Я скидывала в чат, ты не видела? Да. Когда ты общаешься со своим другом, и там типа сначала у тебя пачка чипсов, потом оно превращается в разные предметы каких-то. Это вот наши диалоги. Вообще безвкусно. Если честно, отголосок кетчупа я чувствую. Да, но что-то у меня вообще его мало как-то. 4. Ну, из 10. Да. Не знаю, не мое. Да, но это не читос кетчуп вообще. Типа, но. Давай попробуем с холодцом. Вот пачка выглядит вот так вот. Чипсов тут, вот тут, вот так вот тут начинается. Вот. А так же всегда, нет? Ну не настолько же. Тут даже, смотри, вот с этой стороны это 1/3 пачки, только 1/3 чипсы. Это, ну, мне не хватит даже на 5 минут. Ну, ты, наверное, как спец больше в чипсах. Ну да, но... Можешь реально сказать так, потому что я смотрю... Может быть, я так, просто привыкла, что там, типа, реально продают пачки. Во-первых, там огромные пачки, там вот такого размера пачки. И они реально, типа, полные почти до краев. Окей, пробуем. Они прям хреновые. Очень вкусные. Хреновные. Со вкусом очень ярко выраженным вкусом хрена. О,
Тебе прям нос пробивает даже. Я обожаю хрен. Я тоже. Особенно вот эти три корочки с хреном. Да! Да? Это очень похоже, только в чипсах. Это прям дикий лайк. Это 10. Мне очень понравилось. Это 11. Последний вкус. А не смотри, какие цветостые. Подожди, это возможно фейк. Ты так думаешь, а ты вытаскиваешь, и оно будет белым. Да, прям оранжевый. Давай. Но сырные. Сыр. Давай, там давай. сыр, чиз. Что-то мне не нравится. У меня типа окей. Мне вообще не нравится. Вот хрен. Угу. И эти майонезные, оказывается. И майонезные. Но вот это что-то вообще не очень. Смотрите, возможно, это все вкусовщина. Возможно, для кого-то хрен это будет пиздец. А вот это будет супер. А ты понимаешь, что все в мире вкусовщина? Да. Это странно, да? Коронная еда этого выпуска в том, что это не русский блогер, но это мистер Бист. Это мистер Бист Crunch Milk Chocolate with Puffed Rice. Воздушный рис. Ну да, который такой. Ну что, вы готовы посмотреть? Она же так выглядит красиво, если честно. Мне прям нравится, она такая, знаешь, у нее упаковка качественная такая. Ну, мистер Бист магёт. Ну, да, извините меня, там, конечно, уровень. Вау! Покажи камеру. Ну, короче, это поделиться. Вот. Типа, ты поделиться можешь только этим кусочком. Да. Давай. А ты кусай прям оттуда. На самом деле, очень вкусно. Я тебе скажу, ты почитала, что там милк чоколад, молочный шоколад. Но ты чувствуешь, что оно на вкус как горький, оно вообще не молочное, ни хуй. И в Америке весь молочный шоколад такой. Все сникерсы, оно вот с таким шоколадом, и это отстой. А мне наоборот нравится. Что? Реально, мне вообще мне не нравится. Мне очень вкусно. Я ненавижу очень сладкий шоколад. Вау, ну давайте там вообще класс вообще будет. Я этому ставлю 10 из 10, это достойно. Там еще вот этот воздушный рис, очень вкусно. Учитывая, что я не люблю шоколад, но вот мне одного вот этого кусочка хватило, запас сладкого. Ну, мистер Бист молодец. Ну, так и наши вообще, на самом деле, молодцы. Ну, если честно, да. Ну что, ребята, как-то так вот вышло, на самом деле, я приятно удивлена. Я тоже. Но тоже есть разочарование. И расстроена, приятно. Но, блин, самое лучшее было сегодня. Лучше. Это Frank by Besta, yes? Ага. Litvin, yes? Угу. Ну, чипсончики, наверное, последние. Ну вот, да. С хреном и с моим мазиком. Да. Да, они это прям вообще были шикарные. Ну да. Напитки все были хорошие. Да, если честно, мы, конечно, пились, но так в конце скажем, что они реально были вкусные. Их можно пить, это не и то, мы что пили. Ты блюешь. Но вот это... А, ну да. За сколько рублей сейчас выпьешь это? Ну, за сколько? За 10 тысяч бы выпила. Я себе... Я бы выпила за меньше. Моя любимая тема для разговора была с Тимуром Сорокином. Когда, знаете, какая-то противная, я не знаю, что-то супер ужасное, там, знаешь, за сколько съесть говно, и мы с ним обсуждали. Мы подходим... За сколько? Ну, мы с ним обсуждали, что за, допустим, 10 миллионов рублей все съедят говно. Нет, это невозможно. Это возможно за 10 Нет. миллионов? Нет! Я, ну, как бы, я Нет, считаю, ты, типа, что... ты согласишься, но когда тебе принесут на блюдочке говно, ты на это посмотришь. Просто такой, одна минута страданий, понимаешь, все вы сделали. Все, я тебе отвечаю. Ладно, ну на этой прекрасной, очень Напишите милой Напишите в комментариях, нотке. Если бы вы съели за 10 миллионов. Нет, согласиться-то можно, но съесть это, ну, у тебя сразу рвотный рефлекс. Ну, не важно, но за 10 миллионов в кармане за одну минуту ты заработал. 10 миллионов. Ты за 10 лямов ты даже квартиру не купишь в Москве. Ну, а машину купишь. Ну. Машина за говно. Вы обязательно поставьте лайки, подпишитесь на мой телеграм-канал, на канал Евы и вообще на все, что мы имеем. Всем пока. Так вот, говно это невозможно, типа, за 10 лямов.